Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ну, а у нас открытие подарков! Открытие подарков! Итак, доктор говорил, что он там что-то наоткрывал, там что-то подарки, там что-то. И, короче, ему не падает злобоглаз. Ща я ему вытащу с двух подарков. Раз, два, и злобоглаз 18-й просто. Ща посмотрите. Ну, а так, если судить, я специально открываю подарки, потому что у нас контракт наемника заканчивается, а доктор уже спит. Ну, время полночь тут почти, вот, и он дрыхнет. Вот такая ситуация. Тут у нас тоже все заканчивается, предмет исчезает, поэтому время открывать подарки. Ну, нужен нужен немножко злобоглаз. Вот злобоглаз хотя бы уровня 2 качнуть было бы очень вообще прям классно. Но думаю, что не качнется, их же подарков-то нет, их всего 26. Ладно, давайте сначала по контракту наемника, не будем сильно долго задерживать, будем открываться вот так. Отлично, все, контракт наемника плюс 3. Больше я его открывать не буду, ибо он не нужен. Все оставшиеся подарки уйдут у меня на последний день. Поэтому, ну там ничего не будет, это неинтересно, нам интересен злобоглаз. Ну и, конечно же, интересен миниган. Итак, минигану уже 5 лет, и за все 5 лет он у меня 13 уровня. Ой... Будет у меня в этот раз миниган или не будет? Я открываю уже 2 года вот эти подарки, и миниган как 13-й был, так он и не падает. Вот его качать надо, надо качать, но более низким уровнем. Но на 30-м уровне он не играет такой роли, хоть и прям дымаг большой. О, звездики. Хоть и дымаг прям действительно большой. О, звездики. Звездики есть, а минигана нету. Блин, ну дай хоть один-то миниган. У меня, видимо, все-таки стоит запрет на миниган. Ибо он мне 2 года не падает. Прям реально не падает. Ну, он не критичный для меня. Ну, просто, ну, обидно, что он не качается вообще никак, не качается. Блин, даже обидно. Ну, ладно. И злобоглаз. Злобоглаз. Нет. Злобоглаз. Глазик, глазик. 36. 37. 38. 39. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Падла, за 50-то подарков ты должен падать хоть один-то! 51, 52, 53, 54, 55, 56. Кто там говорил, что он качается легко? Кто там? Ну-ка вот в комментах отпишитесь, а? Ну что это издевательство-то надо мной вообще, я не понял. Блин, ребят, 60 подарков, ну это прям вообще ни в какие рамки не лезет. 60 подов. Ну, как бы, не браво, вот прям. Что заговорённый? Может, мне его положить забыли, а? Может, как бы, 18-й. Сразу 2 уровня упало просто. За 10 подарков сразу упало 2 уровня. Все, злобоглаз на максимуме. Что и требовалось, что и хотелось. Вот, что, в общем, все. Все прям, ой, прям круто, все хорошо. Все, можно лайк ставить. Ой, доктору пойду похвастаюсь, что открыл подарки. Ну, слушай, ну много ушло прям, реально. 70 подарков. То есть 70 подарков, если учесть по десятке, которую я открыл, да. Ну и все прям. Ну и клево. 18-й злобоглазик. С 18-й прямо хорошо. 4 хода. 4 хода у нас на наваждение. Все, он максимальный. Эй, качать. 19-й, 20-й уровень. Ну и он нафиг вообще. Сейчас может какой-нибудь пет появится на 8 марта. И можно будет его покачать. Акция закончена. Ну и в общей сложности, ребят, 10. Ну, контракт наемника, как видно, да. Это продлилось на 21 день у нас кухня. Ну, не знаю, вот может миниган я докуплю, чтобы просто кухню добить в конце. Тут совсем маленько осталось. Буквально один подарок. Ну, я его вот куплю его как раз в последний день акции, чтобы, ну, продлить кухню. А так, все. Акция закончена. Ну все, ладно, всем пока. Пошел хвастаться доктору. Классно. Но дорого.
Пока.